Друзья, ну что, давайте послушаем, как круто могут играть и новые эстрадные овалы 6 на 9. Dynamic State, модель CM69, Voicer, точнее, ну, сокращенно, просто V. Против популярных Edge модель EDBX Pro 69W. Поехали! Куда мне деть это серое небо, кожа требует солнца. Оставлю опыты, но не на крысах, забивая нервы. Размазанные планы канули в лето, вернулась будто бы печаль моя. Переодетая музыка с ворота домом. Нас вроде бы много, мы вроде бы рядом. Умнее, сильней, на порядок раскидала, да так не отыщешь взглядом. И томные дни по городам, я в динамиках рядом, шаги услышаны. Давай попишем, он виднее, чем кичится. Приду музыканта, закрою уши, так легче дышится мне. Я гордо память несу, но пламя сжигает устои. И мир, что полон красок, был теперь пустой. Греметь буду громом, я сыт по горло облом. Этим битом монотонным я разбужу в тебе совесть. Постой, пора заполнить пробелы текстурой, именно той, что нам когда-то дарила покой. Нет, нет, не давай мне повода для негодования. Забери тоску и печаль мою. Гвоздями на память имена. Ну что, друзья, даже при такой короткой прослушке Dynamic State играет интересней. До этого, конечно, мы считали топом ежиков, но в этот раз победили Dynamic State. Они играют шире и забираются ниже и выше. И сам по себе звук, обратите внимание, стал очень детализированный. Наконец-то в эстраде этого начали добиваться. Не зря же у них приставка идет, Voicer. Что-то особенное реально чувствуется. Идеальный вариант для задней сцены. Мощной звуковой эстрадной сцены. Приличный номинал. Приятное звучание. Dynamic State умеет удивлять. Новый топчик среди овалов 6 на 9. Модель DST CM69W.